Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру под ключ в районе Махмутлар. Расстояние этого проекта до моря 620 метров максимум. Здесь вот такой большой балкон, который можно застеклить. Вид есть пока что на горы. Тут строится новый проект. Кого интересует, обращайтесь. Будет из одного блока. Идет строительство. Дык-дык-дык-дык. Здесь у нас открытая парковка, баскетбольная площадка с теннисным кортом и большой бассейн. Закроем двери, чтобы не было шумно. Так. Просторная квартира 2 плюс 1. С отдельной кухней. Айдат у этого проекта 120 лир. По всей квартире установлен ламинат. Бытовая техника фирмы Арчелик. Можете также кухню отделить, если захотите. Столешница у нас гранитная. Плита, вытяжка, духовка фирмы Bosch. Сторона здесь восточная. Это тоже восточная сторона. Квадратных метров в зале 28 чистых. Сам отмерял. С балконом и со спальнями у нас максимум 92 квадратных метра жилых. Так, вот такая большая прихожая. Сюда можно установить шкаф встроенный. Это спальня 11,200 сантиметров. 11 метров, 10 сантиметров. Здесь у нас шкафчик. Нужно установить кондиционер. Можно установить один большой кондиционер. Он согреет всю квартиру. Покажем с этой стороны. Стиральная машинка также фирмы Arçelik. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. Здесь у нас санузел. Хозяин квартиры установил проточный нагреватель именно для душевой кабинки. Здесь центральная система, если захотите сделать теплую воду, устанавливайте сюда. Нормально большая душевая кабинка и санузел не маленький. И здесь у нас спальня, также свой балкон, два балкона, один санузел. Здесь у нас 13 квадратных метров с половиной. Так. Как сюда выйти? Вот такой балкончик. Высокий этаж, как 9-й. Здесь улица Ататюрка. Вся инфраструктура на этой улице. Расстояние от Ататюрка, вот этой части, до моря составляет где-то 470-520 метров между ними, с поворотами. Я сказал, максимальное расстояние до моря. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам инфраструктуру, также лифт. Цена этой квартиры... Замский сразу, подождите, не торопитесь так. Цена квартиры 87500 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-9110. Ролик не закрываем, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся, если все еще не подписались. Не закрывайте ролик. Я иду вниз. Итак, дорогие зрители, у нас на этаже 4 квартиры. Здесь лестничная площадка. Отсюда могу показать вот такой бассейн. Большая территория продолжается в ту сторону.
Три блока. Два блока здесь. Или три? Три. Вызовем лифт. Вот такой лифт. Сейчас спустимся вниз. И выходим. Очень холодно. Зима пришла в Аланию. Но солнышко светит. О. Бассейн. Здесь типа ресторанчик маленький, там беседочка, там вот открыта парковка. Состоит она из двух блоков, оказывается. И так, а там у нас беседка. И выход на улицу Ататюрка. Вот такое здание. И вход. Итак, дорогие зрители, спасибо, что досмотрели до конца. Кто не посмотрел, конфетку от меня не получит. Всем пока-пока.